Игра «Побег из школы». Ни для кого не секрет, что каждый из нас, любой человек, рано или поздно начинает фантазировать. Они, как и наша героиня, которая не является исключением, что вдруг она стала супершпионкой, которая должна победить ужасного суперзлодея, получить крутую медаль и всеобщее признание, произнести пафосную речь, уходя в закат, и заполучить самого крутого парня. Ну, или вдруг все пошло не так, и она попала в плен и должна совершить дерзкий побег. Игра «Побег из школы» непременно понравится всем популярным активным девчонкам, которые не хотят сидеть на скучных и неинтересных занятиях. Ведь согласитесь, что сидеть на таком уроке, как, например, геометрия, вместо этого будет намного лучше отправиться куда-нибудь погулять. Именно это и решила сделать героиня игры «Побег из школы». В игре «Побег из школы» вы будете затянуты в одну веселую авантюру. Маленькой проказнице надоели эти длинные скучные уроки, и она решила сбежать несмотря ни на что. Эта маленькая хитрюга разработала коварный план побега, но проблема в том, что вокруг полно людей, которые могут заметить ее и снова вернуть на уже надоевшие занятия. Необходимо быть очень осторожной, ведь если девочка попадется, то ее вернут в класс, и тогда ей придется с самого начала проходить всю дорогу. Поэтому необходимо быть предельно внимательной и осторожной, и постараться сделать так, чтобы ученица и человек, который следит за героиней, не заметил ее действий. Дело осталось за малым. Нужно собрать все нужные предметы для побега и пустить их в дело. Все предметы, которые вы найдете, будут лежать у вас в инвентаре, в нижнем блоке игры. Чтобы их использовать, нужно просто кликнуть мышкой по необходимой вещи, и сразу же что-то произойдет. Главное вспомнить все ваши школьные шалости, и дело пойдет как по маслу. Просто будьте предельно аккуратными и внимательными. Помогите маленькой проказнице совершить побег из школы и остаться незамеченной. Потому что если ее заметят, то вместо веселой прогулки девочку ждут нотации и нравоучения. Сначала от учительницы, а потом уже от директора, которому она точно попадет за свое плохое поведение. Поэтому сделайте все, что будет в ваших силах, для того, чтобы помочь красавице главной героине выбраться из надоевшего ей здания и спокойно отправиться по своим делам. Приятной игры и удачи!